Уважаемые лидеры групп, в Кыргызстане создан многосекторальная платформа САН. Здесь сидят лидеры сети движения САН. Парламент, государственных органов, академического, гражданского и бизнес-сообщества, партнеров по развитию. Сегодня в стране есть понимание, что для успешного решения проблем питания необходимо межсекторальное взаимодействие. Кыргызстан является лидером Центральной Азии по реализации прямых мероприятий по питанию. В стране создана хорошая законодательная база, реализуется государственная программа по продовольственной безопасности и питанию. Но мы видим, что устойчивость этих мероприятий является трудной задачей. Нашей стране необходимы знания, опыт и ресурсы для их устойчивости, что очень важно для достижения целей устойчивого развития к 2030 году. Поэтому мы хотим знать, каким образом лидеры групп на глобальном уровне могут поддержать нас для достижения устойчивости мероприятий и результатов.